Возвышенного преданного Господа Прахлада Махараджа. Шукадев Госвами said to Pritchett Maharaj that Prahlad is such an exemplary devotee that even though he's from the family of demons, when the demigods in heaven speak about an example of a devotee, they say, oh, this person was like Prahlad Maharaj. Паричит Махарадж сказал Шукадеву Госвами, что Прахлад Махарадж был настолько возвышенным преданным, несмотря на то, что он родом из династии Асур, когда деваты хотят кого-то прославить, они приводят в пример всегда Прахлад Махараджа как идеал преданности Господу. Васу Деви Бхагавати Ясья Найсаргики Рати. Найсаргики Рати. The attachment of Прахлад Махарадж to Sri Krishna was the spontaneous, natural. Преданность Прахлада Махараджа Кришне была спонтанной. It was not something that had come about gradually over many births of sadhana. Эта привязанность не развивалась в течение многих жизней в процессе садханы. Here, Shukadeva Goswami is saying, Vasudeva Bhagavati, his attachment for Vasudev, Bhagavan Vasudev. Shukadeva Goswami описывает привязанность Прахлада к Васудеву. So sometimes I think that Prahlad Maharaj is always thinking about Narasimhadev. Иногда преданные думают, что Прахлад Махарадж преданный Господа Нарсимхи, что он всегда думает о нем. But actually here it is mentioned he was naturally attracted to Vasudev. Но в Бхагаватам описывается, что естественным образом он был привязан к Васудеву. Shukadeva Goswami says Krishna Graha Grahita Atma. That just as a person can be possessed by a graha planet, so his heart was possessed by Krishna. Шукадева Госвами сравнивает привязанность, спонтанную привязанность Прахлада к Кришне с человеку, который находится под сильным влиянием какой-то звезды, какой-то планеты, грахи. Means that from his childhood he was not interested in childish play. С самого детства его не интересовали никакие детские игры. But he was always absorbed in thinking of Krishna. Он всегда был погружен в мысли о Кришне. In such a way that how he is walking here and there, bathing, eating, how all these things were going on, he was not aware of it. Он даже не замечал, как его тело передвигалось, как он мылся, ел, что он делал, потому что он был, ум всегда был поглощен мыслями о Господе. Shukadeva Goswami describes it as Govinda Pariramita, embraced by Govinda. И Шукадева Госвами описывает, как Говинда обнимал Прахлада, как Прахлад чувствовал себя в объятиях Говинды. Like a child in the arms of the mother, he's not aware what is going on. They just feel happiness being there. So Prahlad Maharaj, he did not know what was going on in the world because he was happily in the embrace of Govinda. И подобно ребенку, младенцу, который чувствует себя полностью безопасно и радостно в крепких объятиях матери и не замечает ничего вокруг, Прахлад Махарадж пребывал всегда в таком состоянии экстаза, чувствуя, что он находится в объятиях Говинды. So later he will say, Matena Krishna Paratosa Sovar, speaking about having the consciousness absorbed in Krishna. Позже Прахлад будет проповедовать о сознании, которое погружено в Кришну. So Srila Vishwajit Thakur, he gives a conclusion that some people say that his the main object of meditation was Vasudev Krishna, but then later when
Supreme Lord appears Lord Nishinadev. Then he became absorbed in this, remembering this form of Lord Nishinadev. Шрила Вишванатха Чакраварти Такур объясняет в комментариях, что изначально сознание Прохлады было привязано к Васудеву, но позже, когда Господь явил себя в такой ипостаси Нирсимхи Бхагавана, то после этого его медитация уже перешла на Нирсимху. Он так вспоминал Господа. So, we have heard that when his father asked him, what is the best thing with И мы слышали о том, когда отец попросил ему Прохлада рассказать, какой самый лучший урок он выучил в жизни. Iti pum sakrita Vishnu bhaktis chen navalakshana kriti bhagavatadatta nagedita uttamam. The first verse, Shravanam Kirtanam Vishnu Smaranam, is very famous. Первый стих знают все преданные. Everyone is aware of it. Все знакомы с этим стихом. But the next verse is not less important. Iti pum sakrita. It's iti pum sakrita Vishnu. The meaning is that before hearing, chanting, and remembering, one should pum sakrita Vishnu. Offer oneself completely to Vishnu. Но следующая шлока не менее значительна, потому что она излагает, что изначально надо предать себя, совершить акт самопредания Вишну и затем практиковать Канавата Бхакти. So a conditioned soul that cannot see Vishnu. Но обусловленные души не могут увидеть Господа. Jive shakshat nahi taki guru chaitya rupe Krishna shikshu guru hoi Krishna mahanta surupe. The conditioned soul cannot perceive the Chaitya Guru, even in his own heart, so he very much becomes outside in the form of an instructing spiritual master. Обусловленная душа не может узреть Чайтанью Гуру Кришну в сердце, поэтому Господь милостиво проявляет себя извне в форме Дикша и Шикша Гуру. Here what you know, Vishnu has Vishai Vigraha and Ashvai Vigraha. The form who is the object of everyone's service and the form of Vishnu to whom we take shelter. У Вишну есть Вишай Виграха и Ашрай Виграха. Виша – это форма, которым все служат, и также та форма, которой предаются. So the Ashrai Vigraha Supreme Lord is Gurudev. Gurudeva – это Ашрай Виграха Верховного Господа. Sakshatri So one who has taken shelter of his spiritual master by full surrender, then he engages in hearing, chanting, and remembering. Then it will be Shuddha Bhakti, otherwise not. То есть Shuddha Bhakti не может быть без вот этой ступени самопредания своему Гурудеву. То есть это обязательная составляющая требования, чтобы Бхакти стала чистым. Mahat Kripa Bina Kon Kama Bhakti Nai Krishna Bhakti Duri Raho Sansar Nahi Shai. Any activity will not be bhakti without the kripa of Mahat, great devotee. And Prahlad Maharaj will explain this also to Sandarnamaka and his father. Никакая деятельность никогда не сможет быть чистым бхакти без милости возвышенного преданного. И Прахлад Махарадж скоро объяснит это отцу и Санди Амарке. Крити Бхагаваттида Танманьедитум Уттамам. See, Prahlad Maharaj is saying, in my opinion, the Aditam Uttamam, that means the most learned person, the one who is the most well-read, that is the person who understands this truth about Bhakti. Прохлад Махарадж говорит, это мое мнение, что самый разумный человек, сам поистине ученый человек, это тот, кто понял эту истину о Бхакти. So Srila Jiva Goswami Pada comments, Aditam means one who has studied. Джива Госвами Пад комментирует, Адитам, тот, кто изучал. So, that means that Prahlad Maharaj is speaking about Vaidhi Bhakti, because Vaidhi Bhakti is based on the Shastriya Sraddha. Это указывает на то, что Прахлад Махарадж говорит о Vaidhi Bhakti, потому что Vaidhi Bhakti зависит от веры в Шастру. So, Shastriya Yukti Sunipun, the person who is expert in the Shastra, and has strong faith, Dritta Sraddha, is the Uttam Adhikari, the Adhikari for the Uttam Bhakti. То есть Адхикари для Уттама Бхакти это тот, кто имеет крепкую, нерушимую веру в Шастру. In contrast, the Raghunuga Bhakti is not something that one can learn from a book. Raghunuga Bhakti, в отличие от Vaidhi Bhakti, это не что-то, что кто-то может изучить из книг. How one will serve according to Raghunuga Bhakti? Oh, it
awakens by internal realization by kripa of guru and vaishnavas. Потому что понимание о том, как служить в контексте Рагануга Бхакти, открывается в сердце по милости Гуру Дева. Just like a cow gives birth to a calf. Подобно тому, как корова рожает теленка. The cow never went to college to learn about childcare. Корова не ходила на курсы в колледж, чтобы там ее обучили, как заботиться о ребенке. She gives birth to the calf. She knows how to clean the body of the calf, how to make the calf stand up and push the calf under her body to drink milk. Но как только у коровы рожается ребенок, теленок, она тут же знает, как накормить его, как вылизать его языком, как подоткнуть под себя, чтобы он пил молоко. Before she did not know, but when the stage of maturity came, she understood what to do. So in Raghunatha Bhakti, when the rays of the rag of the eternal associates are shining in the heart of the devotee, then he can spontaneously follow them. То этих знаний у нее не было ранее, но как только наступил этот этап зрелости и становления, тут же появилось вот это понимание. Аналогичным образом в процессе Рагануга Бхакти, когда лучи Раги касается сердца преданного, приходит это понимание, как совершать служение. So when Hiranyakashipu heard these words of Prahlad Maharaj, he became quite angry. Hiranyakashipu жутко разгневался, когда он услышал ответ сына. How does he know this? Did he learn from his teachers? Он подумал, откуда он это все знает? Кто его этому обучил? Учителя, что ли? Prahlad Maharaj said, Matik Nagrishne Bartosatoba Vitobipad Gate Griha Pratanam Atanta Gobi Vishatam Tamishram Punapunas Chavana Chavatana. Oh, if someone is a Griha Pratanam, they are attached to the worldly family life. Prahlad Maharaj сказал, если кто-то сильно привязан к семейной мирской жизни, then they slowly go down into the undertimishra, the darkness of the hellish regions. Постепенно такой человек скатывается в тьму адского существования. Such persons, they cannot have the Krishna mati, their consciousness absorbing Krishna, not by their own effort or by the effort of someone else or by a combination of both. Такой человек не сможет обрести Кришна мати, сознание погруженное в Кришну, ни собственными усилиями, ни посредством чужих усилий, ни комбинацией собственных и чужих усилий. They engage in chewing the truth. That means the tasting the things that they and everyone else have already tasted and never experienced any fulfillment. Такие люди пережевывают жеванное, то, что они уже вкушали миллионы раз, то, что вкушают другие, и все равно они ненасытные, они не перестают. Shri Vaishnava Thakur gives the example. He said that like doing karma kind of rituals to go to Swargalok. Shri Vaishnava Thakravati Thakur приводит аналогию Сваргалоки, как те, кто совершает кармаканду, яги, чтобы попасть на райские планеты. He said Swargalok is like a brothel. Он говорит, на самом деле Сваргалока это публичный дом. Because everyone is trying to earn some piety to go there and enjoy with the apsaras, Avashima, Nakara and others. Все себе пытаются заработать пуню, чтобы отправиться на райские планеты и там наслаждаться Сурваши, Сменакой, этими куртизанками, апсарами. И вот этот круговорот посетителей идет там снова и снова. So, Prahlad Maharaj, he said, Naisamati sthavata lukraman grims prishyatina atava ramayadata mahisham sphanarajo vishekam iskinchananam malavrinita yavat. Unless one that does abhishek, completes snan in the foot dust of great Vaishnavas, then his mati, his intelligence, will never touch the lotus feet of Sri Krishna. Prahlad Maharaj сказал, если человек не совершит абишеку, полное омовение пыли с лотосных стоп чистого Вайшнава, его сознание никогда не прикрепится крепко к Кришне. Guru Kramangrim. That means the lotus feet of Guru Krama, Sri Krishna. Lotusные стопы Гуру Крамы, Шри Кришна. Спришьянтинарта апагама, анарта апагама, means the disappearance of anarta. Until the consciousness becomes touched by the lotus feet of Krishna, all the worldly anartas and attachments will not go away. Мирские страсти и мирская скверна не покинут сердце до тех пор, пока ум не коснется лотосных стоп Кришны. But the mati, the buddhi, can only be touched by the lotus feet of Krishna for that person who has bathed in the foot dust of the great Vaishnavas. Но чтобы ум соприкоснулся с лотосными стопами Кришны, необходимо, чтобы человек омылся полностью в пыли с лотосных стоп чистого Вайшнава. That abhishek means to become the absorbed in their achar and vichar.
how they behave and what is their deep deliberation on Bhakti Tattva. So to be absorbed in achar and vichar of the Shuddha Vaishnavas, this is the meaning of the metaphor Rajo Vishayikam, to take snan in their foot dust. А что значит омыться в пыли лотосных стоп Вайшнавы? Это означает полностью подстроиться, сначала понять, а потом подстроиться под ачар и вичар чистого Вайшнава, то есть следовать его поведению и также понять его вичар, поток философских идей и подстроиться под это, перенять это настроение. By this, the buddhi gets the sprishati, the lotus feet of Krishna, the touch. The body of that person. И тогда мати, то есть сознание этого человека соприкоснется со лотосными стопами Кришны. That means they have anubhav, anubhuti, realization. Это означает, что у человека появится откровение, анубав. This is the only way to take that realization. There's no other way. И нет другого пути достичь этих откровений. So it is said, nayam atma pravachanena labhyo. Na media na bahuna shutina ye neve se frinuti tena labhyas tasya sama vivrinute tamam swam. The Supreme Lord cannot be realized by giving very learning discourses, by much study of the Vedas, or by great intelligence. Говорится, что Господа невозможно обрести посредством даже самых там разумных философских наставлений, повествований, изучений шастры. But rather, the Supreme Lord is revealed to that person whom He Himself chooses. Господь явит себя тому, кому Он захочет явить себя. Yasya devi prabhakti yata devi tata grom tasyaiti katita yata prakashantimātmana. Who does He choose? That person who is, as he is devoted to Krishna, he has not less, but same devotion to His Gurudev, that is the person He chooses to reveal Himself. А кому Господь захочет явить себя? Захочет явить себя только тому, кто относится к своему Гурудеву не менее трепетно, чем к самому Кришне. Needless to say, like the Sri Prahlad Maharaj's words did not impress Hiranyakashipu. Понятное дело, Хираньякашипу не особо впечатлился вот этими наставлениями Прахлада Махараджа. He became very angry with him. Он тут же разъярился. But the teachers Sangha Nirmaka, they had another plan to try to change him. Но у учителей возникла идея, как повлиять на мальчика и поменять его склонности. What happened next? We'll hear from the lotus lips of our dear Sri Achyutapati Goswami. И сейчас мы услышим, что произошло после этого из лотосных уст нашего Шри Ачютапати Махараджа. Shri Guru, Shri Padkamalam, Shri Guru Vaishnavanscha, Shri Rupam Sadrajatam, Sahagana Raghunatham, Vitam Tam Sajivam, Sadvaitam Savadhutam, Parjan Sahitam, Shri Krishna Chaitanya Devam, Shri Radha Krishnapadam, Sahagana Lalita, Shri Vishakam Vitanscha, Vagi Vishayasya Vajade, Lakshmi Yasya Vakshasi, Yasya Asti Hude Samnit, Shri Singh Mahambhade, Narayana Namaskriti Naramcha Yuna Uttamam Devi Saraswati Vyasam Tato Jaivirai He Shri Sanatan Prabho Karanamurashi He Udurgati Janayika Dayabhoko He Bhakti Yugma Sumate Raghunatha Dasa Shri Jeevame Kurukmandamate Dayamitra Tulasi Kananam Yatra Yatra Padmavalani Chaparana Kachanam Yatra Tattva Sannihito Hari Vanchakalparubhyascha Karpasandhyayucha Tattanam Pahanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namah Bulabhdavan Biharilal Ki
Shri Radha Shyam Sundar Dev Ji ki jai, Srimad Bhagavat Mahapuran ki jai, Shri Nitai Gaur Hari Bol. अथ दैत्यसुता सर्वेश्वर्णितम जगृह निर्वध्यत्वात् नैवं गुरुवान् शिक्षितम्। श्री असुर बालक ऑल द चिल्ड्रन ऑफ डीमंस ऑल्सो टेक महीयसा पादर अभिभूषित द अभिषेक ऑफ द Все маленькие демоны тогда почтили пыль со стоп Прохлад Махараджа. Even a приняли Абишеку. Is chosen as a president or the king or the empire, even then he will not be considered to be king unless he is sworn on the throne. Даже если человека избрали царем или президентом, там каким-то главным, до тех пор, пока он не сидит на троне, он не считается царем. Unless the ritual of Rajyabhishek is not done, до тех пор, not sworn on the throne, on the crown, so far he will not be considered as king. Выборов недостаточно. До тех пор, пока не произошла коронация, человек не считается царем. То есть должна произойти абишека, коронация. In the same way, if a person has taken, unless he has taken the food dust of a Mahapurush and he has taken the initiation from that Mahapurush, he will not be considered to be a Vaishnav. So king will be after the Rajyabhishek. In the same way, after taking initiation, the person will be actually Vaishnav. Царь становится царем только после коронации, а преданный становится Вайшнав только после того, как он примет прибежище в пыли лотосных стоп возвышенного Вайшнава и получит духовное посвящение, инициацию. And then those Asura Bala started Harinam Sankirtan. И маленькие асуры стали петь Харинама Санкиртану. And listening this, all messengers rushed to Hiranyakashyap and they said, even Shannamar also informed Hiranyakashyap that here the whole group is became Bhakt. And whole group is И когда зазвучали звуки громкого киртана из класса, то учителя перепуганные, там все прислужники, стражи побежали доложить Хираньякашипу, что все очень плохо завершилось, что сейчас у нас целый класс уже испорчен, все стали вайшнавами. Хираньякашип sent the army, sent the persons to call Prahlad. All other children, friends of Prahlad, was afraid and they said that Prahlad, we are afraid, feeling fear to go to your father. But Prahlad said, I have no fear, I am leading you. И когда дети увидели, что заходят стражи забирать Прохлад Махараджа из класса, дети сказали, что мы очень боимся твоего отца. Но Прохлад сказал, у меня нет никакого страха перед ним, я сейчас прямо туда пойду к нему. Other boys stood out of the court, but Prahlad entered in the court. То есть дети прятались там, они пытались спрятаться где-то в этой тронной зале, но Прохлад смело пошел вперед. And while he was bowing his head in the feet of his father and he is saluting his father, Hiranyakashyapu was not answering. And Kopavish Chalagatraha Putram Vritam Manodadhi, he was trembling with the anger. Прохлад поприветствовал отца поклоном, но отец не ответил на его приветствие, его прямо трясло от гнева. And seeing Prahlad with his burning eyes, he said,
हे दुर्गिनी मंदात्मन कुल भेद करावन, ओ दुर्गिनी यू आर अनओबिडियंट, ओ मंदात्मन यू आर फूल, कुल भेद करावन यू आर डूइंग द डिस्ट्रक्शन ऑफ ऑल आवर डायनेस्टी. Хиранья Кашипу, глядя с ненавистью на сына, сказал: «Ты маленький глупый бунтарь, как ты смеешь разрушать всю нашу династию?» While I became angry, everyone starts to tremble. But you are not just being part of, not being feeling any disturbance, and you are laughing. Меня настораживает твое поведение. При виде меня все дрожат от страха, а ты смеешь дерзко смотреть мне прямо в глаза, еще и хихикать при мне. Who is your supporter? By his support, you are being so fearless. Мне интересно, кто твой покровитель, что ты так смело себя ведешь? And Prahlad answered, Na kevalam me bhaktascha rajan sarivalam balnam chaparishama. Not me, but all the powerful persons have the power of that Shri Krishna. Prahlad сказал, не только я, все сильные люди получают свою силу от Шри Кришны. Everyone is in his control, in his order, and he is the Ishwar. Кришна, верховный контролирующий Ишвара, и все находятся под его покровительством. O Pitaji, O Father, you are saying that I am Ishwar. So Jai Asuram Bhavam. If a person says that I am Ishwar, he is Asur. If a person says that I am Ishwar, so he is Asur. So this Aham Brahmasmi, this Bhav is not very much good, because it creates the competition with Ishwar also, with Brahma also. So don't say that I am Ishwar. Ishwar cannot be Ishwar ever. Ты джива обычная, но ты называешь себя Ишвар, и ты считаешь себя верховным контролирующим, и тем самым подтверждаешь свою вот эту родословную асурскую. Ты просто демон. Так себя вести не надо. And Hrishikesh says that I think that your death is near to you. I am now, because a person who is about to die, he sometimes attacks in this way. Отец сказал, мне кажется, у тебя уже горячка началась предсмертная. Очевидно, что смерть уже рядом, потому что ты такую чушь несешь, что это чистый бред у тебя уже. You are saying that the Ishwar is other, not you, not me. So, where is that Ishwar? Ты настолько... У тебя так помутился рассудок, что ты вообразил, что есть другой Ишвара, кроме меня? Но покажи мне этого Ишвару. Prahlad answered, Sa sarvatra. Pitaji, he is all pervading. He is everywhere. Где твой Ишвара? Папа Ишвара, он повсюду, он вездесущий. And Hrishikesh asked, Kasme stambhe no? Is he in this pillar or not? Хиранья Кашипу сказал, может он твой Ишвара в этой колонии сидит? And Prahlad answers, Yes, drishyate. Let me see. And as Prahlad meditated, he saw that in the pillar Shri Nrisimha Bhagavan was there. И Прохлад сказал, минуточку, папа, я сейчас проверю. Посмотрел на колонну в медитации, увидел Нрисимху Бхагавана, сказал, да, Ишвара тут. Prahlad was saying, that let me judge, let me test, that is there, Shri Bhagavan is there or not? And as Shri Prahlad saw Shri Nrisimha Bhagavan in that pillar, he confidently, Prahlad answered, yes, drishyate, I am seeing him. Перед тем, как ответить отцу, Прохлад хотел убедиться, что действительно Господь был в колонии, увидев Нрисимху там, он уже с полной уверенностью ответил, да, Господь там, я его вижу. Hrishikesh thinks that to whom he is seeing, I am not seeing there any Ishwar. I am seeing only this as a pillar. But to whom he is seeing as Ishwar. So I will see Prahlad on board. But let me
first of all, that let me see that who is seen in this pillar. Хираньякашипу был растерян, что он не понимал, кого он там видит в этой колонии. Он думал, я никого там не вижу. Он говорит, что он там Ишвару видит. Говорит, ладно, я с сыном позже разберусь. Сейчас я загляну в эту колонну на всякий случай. So he hold his sword in his armpit and just making his join his two hands. He hit on the pillar. Засунул свой меч под мышку и двумя сжав пальцы обеих рук, он ударил так наотмашь по колонне. And immediately the gun sound was from the pillar, and Shri Nrisimha Bhagavan appeared, breaking the pillar direct. И послышался жуткий гул из колонны, колонна раскрошилась, разлетелась на тысячу осколков, и из нее появился Нрисимха Бхагаван. The Satyam Vibhatam Nijvritti Bhashitam, Shri Nrisimha Bhagavan was making the sentences, the speech of their vritti, their devotees, correct, he appeared there. И Нрисимха Бхагаван предстал перед всеми из этой колонны. Vritti Bhashitam means the sentences of Prahlad, that I am seeing Shri Nrisimha Bhagavan in the pillar. То есть... Make this statement correct, Shri Nrisimha Bhagavan appeared. Господь явился, чтобы... подтвердить слова Прохлад Махараджа, чтобы они стали истиной, что он его видит в колонии. Он Nijvritti Bhashitam, the Prahlad, the curse that was given by Sankadik to make that correct. Shri Nrisimha Bhagavan appeared. That you will get the life of a demon, and Shri Nrisimha Bhagavan will kill you. So to create this sentence, correct, Shri Nrisimha Bhagavan appeared. И также он появился из колонны, чтобы сдержать слово Прохлада Махараджа, который сказал, что он там видел его, и также чтобы сдержать слова четырех кумаров, которые дали проклятие Джай-Виджаю, чтобы те стали демонами, и что они повстречают Господа позже. Or Shri Bhagavan has said that Namme Bhakta Pranashyati Yogakshemam Vahamyaham to make these statements correct. Nrisimha Bhagavan appeared there. То есть, чтобы вот эти слова сбылись, Нрисимха Бхагаван явился из колонны во дворце Хираньякашипу. On Nijvritti Bhashitam is the sentences of Brahma. Brahma has given so many benedictions to Hiranyakashipu, and every benediction, every boon became true by the appearance of Shri Nrisimha Bhagavan. Также Нрисимха Бхагаван своей лилой он сдержал слово Господа Брахмы, который дал очень-очень много благословений Хираньякашипу о том, что он будет защищен от разных видов смерти и оружия. Because Hiranyakashipu has asked the boon from Brahma that I will not, let me not die in the earth, not in the То есть Брахма пообещал Хираньякашипу, что его он не сможет, он не умрет ни на земле, ни на небесах. Поэтому Нрисимха Бхагаван положил его себе на колени и убил его на своих коленях. Brahma has given the boon that you will not die with a living person or without a by a dead person, but the nails are living ones, as well as they are not living ones. И Брахма пообещал Хираньякашипу, что ты не умрешь ни от живого, ни от мертвого, а ногти Господа, они и живые, и мертвые одновременно. Хираньякашипу got the boon that I will not be dying, I cannot die by a human, by a devata, by an animal, by anyone. And I am not animal. И также
Брама обещал Хираньякашипу, что его не сможет убить ни смертный, ни девата, ни животное. So he said that I will not die in the day, neither in the night. But Shri Nrisimha Bhagavan said that you will die in the sandhya, too late. И так как Хираньякашипу был уверен, что он не может умереть ни днем, ни ночью, но Нрисимха Бхагаван сказал, хорошо, умрешь тогда на закате солнца, время сандхи. He got a boon that I cannot be died by the creation of Brahma, and I am not the creation of Brahma. Нрисимха Бхагаван is not the creation of Brahma. И также Хираньякашипу выпросил у себя благословение от Брамы, что никто сотворенный Брамой не сможет убить его, но Нрисимха Бхагаван, он не творение, не часть творения Брахмы. So satyam vidhatum nijbhrti bhashtam, that means to make all boons of Brahma correct, Shri Nrisimha Bhagavan took this incarnation. Нрисимха Бхагаван явился именно в таком облике, в такой, Господь явился именно в такой ипостаси, как полчеловека, полульва, и убил Хираньякашипу определенным образом, чтобы сдержать слово Брахмы, чтобы все те благословения, которые Брахма дал Хираньякашипу, чтобы они остались правдивыми. In this way, Adishyatabhutulupam, Hiranyakashipu saw the strange swarup of Shri Nrisimha Bhagavan. That was very much strange and not seen ever. Such a creature was not seen in whole creation. Хираньякашипу рассматривал облик Нрисимхи Бхагавана с удивлением, потому что такого существа он никогда во всем творении не видел. Face of Nrisimha Bhagavan was just like a lion, but his body was just like a human. Тело. And having so many arms. То есть у Нрисимхи Бхагавана была голова льва, туловище человекоподобное, но очень много рук. The hairs of Nrisimha was scattering all sides, and his eyes was throwing fire, and his hair was just standing up. То есть грива была грива у Нрисимхи Бхагавана была взлохмоченная, из-за глаз просто шел огонь, искры летели, и волосы, вся шерсть у него стояла дыбом. Eyebrows was very much curving, and his mouth was opening like a guha, or like a guha. Рот его был широко открыт, раскрыт как пещера, и клыки выглядывали оттуда. His tongue was just trembling, just like a sword. И язык у него дрожал как меч. And as soon as Hiranyakashipu saw Shri Nrisimha Bhagavan, he was perturbed, and he took his sword and tried to fight with Shri Nrisimha Bhagavan. И на шутку испугавшись, Хираньякашипу тут же выхватил свой меч и стал сражаться. Хираньякашипу стал сражаться с Нрисимха Бхагаваном. Nrisimha caught him, but he made him free from the catching of Shri Nrisimha Bhagavan. Нрисимха Бхагаван поймал его рукой, но Хираньякашипу как-то извилисто выбрался из его хватки. And he was thinking that with my own power I became free from the grasp of Nrisimha Bhagavan. И подумал, это было легко, я сам вызволился из его хватки. And he was thinking that, oh, he may be Vishnu also. So as soon as he took his sword and tried to hit on Shri Nrisimha Bhagavan caught him again. И он подумал, может это сам Вишну проявился таким образом. И он попытался ударить его мечом. Нрисимха Бхагаван снова поймал Хираньякашипу. Though Bhagavan has taken this incarnation, this form, to taste the yuddha sukh, the happiness of the fighting, but Shri Bhagavan forget his own interest, and he was very perturbed that if I will become late, he may hit my devotee Prahlad. So Shri Prahlad, Shri Nrisimha Bhagavan has left his interest.
То есть вся эта лила изначально произошла по желанию Господу, потому что Господь хотел вкусить вот этот вирья расу, вот этот дух Юда, войну, потом побороться с кем-то. Но сейчас он уже забыл о собственных интересах, потому что он был очень взволнован благополучие и прохлада. Он думал, если я буду это, вот этот поединок отдалять с ним, то вдруг он сейчас что-то причинит, какой-то вред прохладу. У меня нет времени тут растягивать вот эти бои. And respecting the time of evening, because in evening he can be dying according to Boons. So respecting the time of evening, Shri Nrisimha Bhagavan caught him and sit on the door. И Господь также выжидал уместное время, потому что благословение было у Хираньякашипу, что ни днем, ни ночью он не может быть убит. Он, Господь ждал, когда начнутся сумерки, прямо сандия вечерняя, и в этот момент схватил Хираньякашипу и сел на порог дворца. Because he has got a boon that I will not die out, neither in. So the dehri or the door is neither out and neither in. Потому что Бхагаван, потому что у Хираньякашипу было еще благословение, что его нельзя убить ни внутри помещения, ни снаружи. Поэтому Господь выволок его на порог. And make him lie на вход. On his thighs. И уложил его себе на колени. And just teared up his heart and his stomach, his belly. Стал раздирать его плоть своими когтями, разодрал ему живот, грудь. And took all the wings of the Hiranyakashipu. И все эти Beared them as the garland on his neck. Вытащил кишки из Хираньякашипу и повесил себе на шею как гирлянду. This is the nature of a lion that to whom he kills, he just take and try to just disturb it. So Shri Nrisimha Bhagavan has taken the beads of Hiranyakashipu and put them in his neck like a garlands, like the garlands. Say again, what's the nature of the Lord that he does what? He just disturbs, he just tear up the, take the просто на flesh and разодрал beads. Так на куски. А, это природа, это природа льва, он просто раздирает свою добычу так на клочки. Вот он разодрал Хираньякашипу и кишки себе повесил. As if Shri Nrisimha Bhagavan was thinking that from these beads, a jewel like Prahlad was born. So is there any other jewel in or in his belt also? As if he is searching that jewel. Господу было любопытно покопаться там в Хираньякашипу, потому что он думал, такая жемчужина из него родилась, как Прохлад Махарадж, может там еще какие-то сокровища прячутся там на дне этой шкатулки. Дай-ка я погляжу. And by roaring, everyone was very much afraid, and they just getting a distance, they stood and they prayed. И Господь так гневливо рычал, что все в ужасе просто расступились, отошли подальше и тихонько молились там ему из углов. And all demigods was serving and praying Shri Nrisimha Bhagavan. Nrisimha Bhagavan ki jai. And they have given a great prayer. Here the great prayer of demigods is described in Shrimad Bhagavatam. И девоты молились Господу. И эта молитва описана в Шримад Бхагаватам, молитва полубогов. But the anger of Shri Nrisimha Bhagavan was not over. Но никто не мог успокоить Господа. Он был так разъярен, что его угомонить было невозможно. Then all demons, all demigods went to the shelter of Shri Mahalakshmi. И девоты были напуганы этим гневом Господа, они подошли к его супруге Махалакшми. And prayed, Mother, Shri Nrisimha Bhagavan is very much angry. And if you will go and you will make him and say something, then Shri Nrisimha Bhagavan will get peace and he will get the calmness.
Otherwise, you will not come. И девоты подошли к Махалакшми и сказали: «Матушка, пожалуйста, успокой Господа, потому что он так разъярен. Может, если ты ему что-то там ласковое скажешь на ушко, он успокоится. То мы его сильно боимся в таком состоянии». And Shri Lakshmi was saying, be proud that I am his better half and I always remain with him. So by my little smile, I will make him come. И Лакшми уверенно ответила: конечно, я могу его успокоить с легкостью, я его лучшая половина, мы всегда живем вместе, я просто улыбкой его приведу в чувство. And preparing and having accepting all the ornaments, Shri Lakshmi then came where Shri Narasimha Bhagavan having a veil and just unveiling his face, Shri Lakshmi just see with the twinkling eyes to Shri Narasimha Bhagavan and smiling as she saw Shri Narasimha Bhagavan, but there was no effect of that twinkling eyes, no effect of that smiling. And Narasimha was roaring. Лакшми быстренько взглянула в зеркало, привела себя в порядок, накинула вуаль на лицо и подошла к супругу, так подошла близко к нему, приподняла вуаль и кокетливо посмотрела на него глазками, но никакой реакции не последовало. And just seeing the roaring of Narasimha Bhagavan, Lakshmi ji escaped from that. Oh, there! I cannot go there. Он как еще больше рыкнул, и даже Лакшми испугалась, подумала: не, я сейчас к нему подходить не буду, не надо. Then all demigods took her and they went in the shelter of Shri Prahlad and said, "Beta, for you, Shri Narasimha Bhagavan is angry. So you go there." And just И тогда девоты поняли, что никто из них успокоить Господа не может, и всей группой подошли к Прахлад Махараджу и сказали: сынок, это он из-за тебя так разгневался, и поэтому мы думаем, что ты сможешь его успокоить. Пойди поговори с Господом, пожалуйста. But Prahlad was not afraid alone, at all. He said, yes, I shall go. And as soon as he reached near of Shri Narasimha Bhagavan, he bowed in the lotus feet of Shri Narasimha Bhagavan. Но Прахлад совершенно не боялся Господа, он радостно в припышку побежал к Господу, подбежал поближе, поклонился ему. And doing the Sashtanga Pranam, as soon as he was doing, performing Sashtanga Pranam, Shri Narasimha Bhagavan saw his cup. И когда Нарсимха Бхагаван увидел своего маленького львенка, который лежит у его стоп, Singh is angry to everyone, but he is never became angry to his cup. Лев может гневаться на кого угодно, но на своего львенка лев гневаться не будет. Нарсимха Бхагаван, the mood of Нарсимха Бхагаван was immediately changed, and he took the Prahlad, took Shri Prahlad in his lap and just kissing him and having his palm on his forehead. Shri Narasimha Bhagavan was embracing Prahlad. Господь тут же успокоился, прижал, схватил Прахлада, усадил к себе на колени, стал его обнимать, прижимать к себе, положил ему ладонь на голову. And he was licking the body of Prahlad. Because this is the nature of an animal. И так как он ведет себя как лев, он стал облизывать тело Прахлада, потому что лев поступает с львенком. In Пашуснеха Лила, такая лила. He was also licking the body of Прахлада. И как львица облизывает своего львенка, он стал облизывать Прахлада. And achieving this kisses, Shri Prahlad became very, very much happy, and he was just weeping with the happiness. А Прахлад просто от радости плакал, испытывая вот эту родительскую любовь Нарсимхи Бхагавана. He was also embracing Shri Narasimha Bhagavan, and after that, Shri Prahlad came out of his lap. И Прахлад в ответ обнимал Нарсимху Бхагавана, и позже он выбрался из его объятий, сошел с его коленей.
and standing nearby, Shri Vishnu Bhagavan on the earth, joining his hand, Shri Prahlad prayed Shri Vishnu Bhagavan. И стал рядом с Господом, сложил ладони молитвенно и стал прославлять Господа. Брахмадая Сургана Муниот Сиддха Саттвайкатан Матайо Вачасан Правахи Нарадхатам Пургулай Акнаат Пруху Ким Тоштумар Саме Хари Бхагавати. О Шри Сингх, о май лорд, I do not have any quality of a poetry. О Господь, я совершенно, у меня нет никаких навыков поэзии. There are so many great poets here, like Brahma and other Brahaspati ji and other all, but I do not have such qualities of poetry. Я не обладаю мастерством поэзии. Среди присутствующих очень много возвышенных поэтов, такие как Брахма, Брихаспати. Neither I have ornaments, neither I have suggestion, neither I have the way of shabda and the sweetness, melody or music of the song. I am only praying. У меня нет музыкальных талантов. Я не талантлив в поэзии, но очень хочу тебя помолиться, Господь. Somebody says that the soul of a poetry is alankar. The other person says the soul of poetry is riti or the way of presentation. Somebody says the soul of riti is soul of poetry is bhakti. Somebody says ras. Somebody says dhani or suggestion. I have nothing among them. Прохлад сказал, многие говорят, что душа поэзии – это аланкары, там, литературные приемы. Кто-то говорит, что это двани, что это какие-то разные там, скрытые смыслы. И кто-то говорит, что это раса. Но я не владею ни одним из этих приемов. Я не сведущ в этом совершенно. I only know that you take the heart, the emotion of the poetry. Of that speaking, not the artery. Но я знаю, что ты бхава-грахи, что ты принимаешь настроение, а не внешнюю форму. So, Narādhitam Purvanai Aknāt Prabhu. Why they are not able to please you, then how I can please you? Because I am a Ugra Jati, I am a Yama. Но если другие не могут угодить тебе, я не знаю, как я смогу тебе угодить, когда от рождения я асура. I know that you take only half and you became pleased to that elephant, Gajant. So if I speak anything, you will accept, you will no doubt me. You will take my prayer and you will accept my prayer. Я знаю, что тебе важно настроение, и как ты откликнулся на зов Гаджендры слона, и я надеюсь, что ты услышишь меня правильно, что ты примешь мое подношение, мои молитвы. I think that a Shudra Shabat is better than a Brahman if he has bhakti and if Brahman is performing. He is Kankan and Shankar. Even then the Brahman is not so good. But a person, a Shudra who is chanting and who is performing Harinam Kirtan, he is far, far better than a Kankandi Brahman. Prahlad сказал, я считаю, что собакоед, шудра, который поклоняется тебе Харинам Санкиртан и воспевает твои имена, превосходит Кармаканда Брахмана. I know that you does not require any offering by a person because you are self-sufficient and you require nothing. Я понимаю, что ты самодостаточный, самоудовлетворенный. Тебе не нужно ничего ни от кого. Ты довольствуешься сам собой. Тебе не нужны ничьи подношения. But if a devotee will not offer anything, he will not be satisfied. And if a
is offering anything to you with love, seeing his love, you do accept his things, his offerings. Тебе на самом деле ничего не нужно, но движимый любовью, видя любовь в сердце своего преданного, так как преданный хочет что-то тебе предложить или подарить, и ты понимаешь, что ему будет больно, если ты откажешься, ты принимаешь эти подношения, но не ради самих подношений, а ради этой любви, с которыми они совершаются. The person is full. If he is offering anything, then she, Bhagavan is requiring it. Человек... If he has this idea, that Bhagavan requires something, he is full. То есть глуп тот, кто думает, что Господу что-то нужно от него. The second fool is that person who is offering this thing not to get your kindness and your love for the devotee, but he is offering this thing to get either moksha or bhog. Еще глупее тот, кто делает тебе подношение, служит тебе ради собственной выгоды, чтобы получить или наслаждение, или мокшу. And the moksha. Then fool is that person who is thinking, who is passionate, who is offering something to Shri Krishna. And then he is thinking that, oh, I have spent so much money, and it is gone waste. He is the most thankful. Самый глупый и самый отвратительный тот, кто, сделав подношение Господу, потом сожалеет об этом, думает, зачем я так много потратился. Это какая трата была большая. So, Naivatana Purvayam Nijalavatishta. Bhagavan is self-sufficient. He is self-satisfied. He does not require anything. But three types of fools are there. One who is offerings to Shri Krishna, thinking this, that Shri Krishna is requiring it. То есть Господь, Он Атмарам и Аптакам. Но есть три вида дураков, которые думают. Один думает, что что-то Господу я могу дать, что ему что-то нужно от меня, чего у него нет уже. Second fool is that who is offering these things to get either moksha or bhog. Not for bhakti, not for the pleasure of Shri Krishna. Еще более глупый тот, кто служит Господу, делает какие-то подношения ради того, чтобы получить что-то взамен, какое-то чувственное наслаждение или возможность вырваться из самсары и получить мокшу. And the most fool is that person who is repenting that I have spent so much. Previously, he is very sinfully doing offerings. And then he is weeping that I have spent so much money and it is lost. Самый глупый — это тот, кто вроде с энтузиазмом что-то предлагал Господу, что-то тратил на праздник или на что-то, на подношение, а потом сидит, хнычит алчно, что как же я растратился и все не надо было отдавать туда свои денежки. Seeing the love, seeing the devotion of a person, Shri Bhagavan became very much happy. Господа радует искренность преданного, его любовь. And seeing the happiness of Bhagavan, the person becomes very much happy. А человек, а когда Господь доволен, человек автоматически испытывает счастье. So, Bhagavan is just like a mirror, and Jiva is just like a figure, and the figure is coming in the mirror. And that reflection creates the seer that I am beautiful. First of all, the beauty is in the person, and that beauty is reflected in the mirror. And seeing the beauty of the mirror, the seer is became very much happy that I am very good. I am seen to be very good and very beautiful. Господь подобен зеркалу, а джива, душа, как персона, которая подходит поглядеться в зеркало, и Господь показывает, что там за красота у дживы есть. So, Atmane Prasmukhasi Yathamukhasri, that as
the beauty of the mirror is actually the beauty of the person. In the same way, while a person is seeing the pleasingness and happiness of Sri Krishna, then the devotee became also very much happy. То есть красота отражения в зеркале принадлежит объекту, который отражается в зеркале. И вот видя радость Господа, джива испытывает тоже радость и счастье. So actually saying, the mirror is not required that I should be seen beautiful. The person is required that I should be seen beautiful. In the same way, Sri Krishna is not required that I should be praying. But by praying, a person is feeling happiness. То есть зеркало в само себя не любуется собственной красотой. Зеркало нужно другим, чтобы в него поглядеть и оценить свою красоту. И Господу ничего ни от кого не надо. Но Он радуется, когда Он видит вот эту любовь в сердце своего преданного и искренность. By your devotion. И Прохлад говорит, что преданностью тебе я смогу пересечь океан материального существования. As the parents are the only shelter of children, in the same way, you are the only shelter of me. Родители это единственное прибежище для ребенка, и ты мое единственное прибежище, Господь, аналогичным образом. Oh my God, I am just praying that my father has chastised you. So please forgive him for his apparat, those offenses. Господь, единственное, о чем я хочу попросить тебя, это о прощении в адрес моего отца, потому что он очень оскорбительно повел себя по отношению к тебе. Я молю тебя простить его. And he is praying for his father. This is the greatness of Prahlad, that a person who is trying to kill Prahlad, and Sri Prahlad is praying on behalf of him, that please forgive my all offenses of my father. Как возвышена природа и характер Прохлады, что отец всячески проявлял ненависть к нему, пытался извести его, а сейчас Прохлад молится за его благо и за прощение. I am very proud that I got this fortune that you are loving me. I got that respect that is not found, that is not given even to Brahma, Shiva and Lakshmi. И Прохлад говорит, я очень тронут твоей любовью, Господь. То есть ты так почтил меня, ты дал мне намного больше, чем ты даешь Брахме, Шиве и Лакшми. Brahma is your son, but while Brahma came to pray, you did not become happy, and you became calm, and you remained angry. Then Shiva came to you. Shiva is your friend, and your avatar, your incarnation, Gunata, your Swarup, and Shiva is also praying you, but you did not become calm and quiet. You remain angry. And Lakshmi is your wife. And she is different to you. Even then, while she Lakshmi is praying you, even then you do not become calm and quiet. То есть Прохлад благодарен Господу за то почтение, которое Господь оказал ему, потому что когда Брахма, сын Господа, подошел к Господу, попытался успокоить его молитвами, Господь никак не отреагировал, он продолжал рычать. Когда Шива, который является аватарой Господа, гуна-аватарой, экспансией самого Господа и другом подошел успокоить его, Господь тоже не пришел в хорошее настроение. И даже когда супруга Лакшми Деви, которая не отлична от Господа, это его половина, подошла успокоить мужа, все равно он проявлял недовольство. Лишь только на молитвы Прохлада и на, он отреагировал так благожелательно. So,
generated the stress Padmukara Prasada. But why? I lay in your lotus feet. You put your lotus hand on my seat, on my head. And this fortunate, this fortune is not available to any other person. То есть прохлад, говорит, лишь только когда я лег у твоих стоп, ты возложил свою ладонь мне на голову, и такой милостью ты не одарил других. Actually say, you are just like a sanseva sutaro ribute prasadaha. You are just like a kalpa vriksha. And near kalpa vriksha, a person will desire, whichever desire he will have, kalpa vriksha will fulfill his desire in the same way. You will also fulfill that every desire of a person. Господь, ты подобен древу желаний. Ты исполняешь любое желание. But you are better than Kalparuksha, because Kalparuksha only fulfills the desires, the material desires. But you fulfill the material as well as the transcendental desires also. Ты гораздо лучше the transcendental destination. Ты гораздо лучше Калпаврикши, потому что Калпаврикши древо желания исполняет лишь материальные желания людей, их пожелания. Ты исполняешь все духовные пожелания и наделяешь человека возможностью оказаться на духовном плане бытия. Sometimes a Калпавриксха give an undesirable desire also. But in your lotus feet, if a person will ask an undesirable desire, Shri Krishna will not fulfill it. Shri Krishna will fulfill those desires that will lead a person to a higher status. И Прохлад сказал, древо желания исполнит любое желание, даже то, которое вредно для человека и не принесет ему блага. Но ты, Господь, настолько милостив, ты никогда не станешь исполнять желание, которое вредоносно для просящего. Ты только дашь человеку то, что поможет ему возвыситься духовно. You are the Abhinna Nimitta Karana. You are the cause of everything. You are the ingredients of everything. So both simultaneously, you are the Nimitta Karana and Upadana Karana of this whole universe. То есть ты Нимитта Каран и Упадан Каран этой вселенной. То есть ты причина всего и являешься ингредиентной причиной существования всего. And everything is coming from the Narayana Swarup, from Sankarsana Swarup, from his navel, this Swakarnika Bhatta Mahabjam, this Sansar Lotus, this Brahmanda Lotus, came out from the navel of Shri Sankarsana Bhagavan. Вот этот Брахманда Лотос, вселенский лотос, творение вырос из пупка, проявился из пупка Санкаршана. So, to protect this creation, so many times you take there so much incarnations. И ради того, чтобы защитить свое творение, ты проявляешься в разных ипостасях. This jeev is very much in a very much pity position. His position is just like of that household person who has so many wives. And sometimes one wife is fetching him on his side, and the other wife is fetching him on the other side, and the third wife is fetching him on the third side. And as a person who is having so many wives, he gets very much disturbed position and a very funny position. In the same way, you this jeev is always being То есть ты даешь покровительство всем дживам, потому что дживы находятся в очень ужасном положении, плачевном, подобном многоженцу, которого постоянно то одна жена мозг выносит, то другая, то третья. И он постоянно вот между этими женами носится, пытаясь всех успокоить и страдает ужасно. И вот все дживы в таком состоянии находятся, раздерганном в этом мире, и ты даешь им всем прибежище и умиротворение. Juhai kato uchyut vikarshati mahavitra krishna shishno netastvagur udaram shravan kutashche ghrano netaschapalde kvachikarmi shaktir vavas sapatne ivgehe patim lunanti.
the time is saying that I will not take these madhukri pieces. I will take some very delicious food. Язык не хочет кушать то, что дается как подаяние, он хочет выборочно кушать изысканные яства только. Да, Buddha is saying that I should be fulfilled, otherwise I will make you trouble every time and not let you do anything for a moment. То есть каждый, то есть все диктует свои условия. Язык требует очень вкусной еды, живот требует, чтобы он всегда был полон, иначе говорит, не набьешь меня вдоволь, я тебя отомщу каким-то образом. Шивам болеть. Да, yes, I'm saying that I am not interested in this Krishna katha. Let me hear a new song. То есть Джива раздергивает все чувства. Уши говорят, не хочу я уже слышать снова и снова эту Кришна катху, хочу новую песню послушать какую-нибудь хорошую. And Nose is saying that I will not take this odor or this gandha of Tulsi. I will sniff the new thing. А нос говорит, не хочу нюхать эту тулоси снова, вдыхать аромат ее, хочу что-то, какие-то новые одеколон понюхать. And eyes are saying that I want to see the new beauty every moment, not the same swarup of Shri Krishna. А глаза говорят, надоело мне смотреть на божества все время, хочу новых красоток повидать в группе. So in this way, Bhavasa Patne Vage Patne Nulanti, as many wives are just fetching the household to her side, in the same way, these Indri are fetching the person, the mind of person to their side. Подобно тому, как много жен, они будут раздергивать внимание мужа, требовать что-то для себя и капризничать, все чувства раздергивают вот так ум живого существа в разные стороны своими требованиями. I know that you are easily admitted. You are a existing thing and you are easily admitted. And you are the prama, or you are the evidence of everything. И Господь, я знаю, что ты истина, что ты доступен всегда, и что ты главный праман всего. Because the thing that is absent, that cannot be achieved. То есть то, что отсутствует. That is not existing, that cannot be achieved. То, что не существует, его невозможно достичь. А ты истинный, ты сад. Apraapt sadhya nahi hai. The thing should be there, then it will be discovered. It is always there, and the thing is there, so it will be discovered. So one cannot be produce anything. So you are already being there, and then you are discovered only. You are not invented. You are always. То есть ты всегда существуешь, тебя лишь следует разыскать и познать, потому что тебя не надо создавать из ничего, ты уже вечно существующий, и только существующее можно найти и познать. Апрат каби би садхи нахи хай, асамбхав уска бидхан нахи хай, ор асидх ва каби праман нахи хай. These are three sentences. The thing that is not evident, it cannot be ever discovered. Потому что то, что не существует, его невозможно найти. The second thing is the thing, the action that cannot be done, that is not described and that is not suggested by Shastra. Shastra only suggests that can be achieved, that can be practiced. Shastra is always doing that, ordering that. Shastra никогда не будет предписывать чего-то невозможного. То есть то, что Shastra предписывает всегда то, что реализуемо и следует осуществлять и под силу. So apraapt sadhya nahi.
असंभव कभी भी साधन नहीं और असिद्ध कभी भी प्रमाण नहीं. एंड द थिंग दैट इज नॉट प्रूव्ड इट कैन नॉट बी एवर एविडेंस. И то, что недоказуемо, не может никогда быть проманом. So you are admirable. And you are admirable in this way, that you are residing in every heart. So being Paramatma or being Antaryami, you are admirable everywhere. And the thing that is admirable, that will be discovered. И ты существуешь, и ты легко доступен, потому что ты антарьями, сверхдуша в сердце каждого живого существа, то есть тебя можно познать. And the process that is also can be done. It is not that asambhav thing. It is not a impossible. It is the possible is always a process. И процесс достижения тебе тоже реален, потому что шастра описывает его, он доступен всем. So bhakti, karma and jnana, these are possible, and many persons has done it. So to achieve you, bhakti, jnana and karma, this bhakti mark is suggested. То есть есть пути бхакти, джняны, кармы, и шастра предписывает процесс бхакти, чтобы обрести тебя. And so many persons have achieved it. So it is also a evidence also. И это возможно, потому что другие достигли тебя. То есть есть примеры того, что в предыдущих поколениях преданные обрели тебя. So, hey Hari, you are not, I can also achieve you. And every person can achieve you. And it is proved by the history. История доказывает, что тебя можно обрести, и поэтому у меня есть такой конкретный шанс. By fulfilling the material desires, a person cannot get calm and quietness, a tranquility cannot be achieved by fulfilling the material desires. Посредством исполнения материальных желаний человек никогда не обретет спокойствие и умиротворение. Material happiness is just like a ichi, khujli, ichi. Материальная радость подобна чесотке. And as a person trying to get sometimes very much happiness in eating his itch. То есть человек получается как расчесывает эту чесотку, стараясь наслаждаться. То есть пытаясь удовлетворить свои материальные желания и найти материальную радость, это аналогично тому, что расчесывать вот эту уже чесотку. As a person, while he is getting on the itch, he gets very much happiness and very seems to be very much happiness giving. But as soon as his nails begins stood instant, and while he clutches it, then the stretch that comes, that becomes very, very much difficult. То есть когда что-то очень чешется, и человек поглаживает вот эту чесотку, ему приятно, но как только он царапнет себя ногтями за эти ранки, тут же раскроются ранки, польется кровь, и чесотка станет невыносимой, будет очень больно и неприятно. So Shri Prahlad is saying that in Maithuna Adigrahme the Sukham Ituchan Kanduene Kanyoyu Dukkha Dukkham. As the caressing and the stretching of the each creates in the result very much difficulty and sorrowness. In the same way, the fulfilling the material desires, it creates at last in result, it creates so many difficulties. То есть Прохлад говорит, что вот эти попытки наслаждаться, исполнять свои материальные желания, они не приводят ни к спокойствию, ни к умиротворению, наоборот, все больше и больше разжигают вот эту хотелку, то есть чешешься еще больше и еще больнее будет потом. So a wise person will check and will not stretch, will not stretch the itch. In the same way, a wise person will not go
to fulfill his material desires. And he will try to check his mind and his lens, senses to feel those desires, fulfill those desires. Подобно тому, как мудрый человек не будет расчесывать себе ранки, аналогичным образом он не будет потыкать своим желанием, то есть он остановит вот этот поток, не будет идти на поводу этих желаний и пытаться исполнять свои материальные желания, а наоборот обуздает, укротит свои чувства и скажет «нет» уму. And Prahlad is saying at last that I want to do six types of bhakti, shravan, kirtan, smaran, parsevan, archan, and bandha. И затем Прохлад говорит, я хочу совершать шесть анг бхакти, шесть составляющих бхакти. Саттате арахаттам намастути карма пуджа карма смрити чараньо шраванам катхаям сансеве атмай вилети шадангаяте. These six types of bhakti. Kim bhaktim jana paramahansa gato labheto. Unless a person is performing six types of bhakti, he cannot не совершая этих анг бхакти, человек не сможет достичь твоих стоп, Господь. Prahlad has left dasya sakshana atmanivedan. He is saying of six bhaktis. Because dasya sakshana atmanivedan, these are the way of parsi. То есть он остановился на вандане, потому что уже последние три, они являются продолжением предыдущих. In this way, asking the Shuddha Bhakti, Prahlad became very much, Shri Nrisimha Bhagavan became, Prahlad asked these six Bhakti and Shuddha Bhakti, and Shri Nrisimha Bhagavan became very, very much happy. То есть Господь стал очень доволен вот этим выражением чистого Бхакти Прахлад Махараджа, чистотой его сердца. And then Shri Nrisimha asked that you take any boon, and Prahlad is refusing that I don't want to take any boon. И затем Господь предложил исполнить любое желание Прохлады, но Прохлад наотрез отказался принимать какие бы то ни было благословения, кроме, он сказал, ничего не хочу, кроме чистого бхакти к тебе. And Bhagavan became very, very much happy that even Prolobhi Mamuti Varayo Prolobhulai Ekantitva Bhagavati Naichatam Asultama. Prahlad did not require those other, neither moksha, neither bhog, and he required only shuddha bhakti in the lotus feet of Shri Nrisimha. И неописуемо порадовал Господа вот этим отказом и от боги, и от мокши, от всего, кроме чистого бхакти. Господь был чрезвычайно счастлив. Нитай гаур хари бол. Nitai Gaur Hari Bol, tomorrow.